Привет всем, кому интересна аквариумистика. Сегодня я хочу вам показать вторую часть нашего похода в зоомагазин в Канаде, показать оформление аквариумов, цены на рыбок, ну и просто насладиться вот этой красивой картинкой. Я уже не буду много здесь объяснять и рассказывать. Все, что я могла, я подписала рыб, каких я знала. Там дальше есть видео про цихлид. Это я не подписывала, потому что я не знаю перевода на эти породы. Они на английском звучат совершенно по-другому, чем на русском языке. Поэтому, если кому-то будет это интересно, то можно остановить видео, прочитать название и найти информацию про эти цихлиды. Если у вас будут какие-то вопросы, какая-то конструктивная критика, какие-то предложения, пожалуйста, пишите это в комментариях. Буду очень рада с вами пообщаться. Я очень надеюсь, что мое видео вам очень понравится. Приятного вам просмотра! Sit down.